чтобы сделать прививку, у меня сложилось два фактора. Первый, это, естественно, я была членом участковой избирательной комиссии. А второй, то, что в Соликамск приехала такая вакцина, как «Спутник Лайт». Это один укол и защита на ближайшие полгода, ну, может быть, даже на год. Еще, соответственно, был фактор, что мне предложили это сделать в администрации Соликамского городского округа. То есть меня записали, мне сказали время. Это заняло буквально минут 30 от рабочего времени. Сейчас человек привитый, с паспортом, с QR-кодом. Здоров, готов к труду и обороне.